Тушки есть по 36 кадров. Маленький. Ты взлетаешь, это у тебя вот. Вот этот взлет, что это такое? И уходит. И кукушка и улетела опять... навсегда. Не надо. Чебурашка не разбилась. Вот прожи. Блин, просто интересно. Так. Я понял, взрыв эмоций, улетаешь. Блин, улет это просто. Нет. А. Мы поняли, ну, ты. Раз, два, ты как бы раздвигаешь что-то, да. Вселенную в себе там, нет? Ты проникаешь через что-то? Нет, ты не разбиваешь что-то? Ну ты, понятно. Жил спокойно, да. Спал, проснулся. Это очнулся, что ли? То есть это типа... Возбуждение. Что за крыша на голове, кто-нибудь вообще объяснит? Ну, это живет спокойно человек. Кокон. Ты в домике был? Улетает. Космос. А, то есть что-то прилетает, и тебя вообще... Комета. Метеорит. Блин, а что такое-то? Это типа вот какая-то взрыв. Эмоция улетает, взрыв. А, вот улетает, это может быть это там, как его, когда с сосудами что-то происходит. Инсульт! А, слушай, а может это медицинское? Это медицинское? Нет. Это эмоциональное? Нет. Это физиологическое? Нет. А какой же, блин? Да, это секунду. С сексом связано? Нет вообще! Оказывается, нет! Это мечта! Мы тут полчаса. Это типа ему... Иллюзия. Убираем. Переживания какие-то. Сон? Нет, не эмоция. Сознание? Эйфория. Ну, сидишь в домике у себя там. На моторе. Что-то на тебя орут там, а ты такой, на тебе, сволочи. Я, короче, хочу улететь. Они говорят, куда ты полетел? Иди навоз убирай. Да я писать хочу, вот такую картину огромную. Взрыв какой-то произошел. Ну да, вот типа. Эволюция? Любовь. Нет, это типа. Ну типа вдохновение. Нет. В голове что-то у меня замкнуло. Так. И разорвало тебя. Улетел ты. Улетел вот. И давай мы тебя похороним, как раз у нас поминки собраны. Сидишь ты такой на моторе. Ладно, еще раз, поехали. И вдруг Оксанка тебе говорит, возьми лопату и перекидай кучу навоза. А ты говоришь, да я хочу улетать вообще. Я хочу лететь, писать, краски. Творчество. Вот влюбленность, говорит. Слово любовь была близкая. Взрыв, улететь. Вот улететь, он все время говорит, улететь это типа вот. Ну типа наркоманская что ли что-то? Блин. Да что ж такое? Ты сидишь спокойно, живешь. Да. Ты и спокойно, кстати, живешь-то. И что-то вдруг тебе. И что-то клюнуло тебе. То есть это что-то. А, может быть, это какая-то, ну типа вот несоответствие, это какой-то вот. Какая-то проблема в тебе. Или вернее, что-то вот произошло в тебе, нет? Да тихо ты! Тихо, ты тупой, все время домик этот показываешь, какой-то шалаш. Ну ты, ну в шалаше, сидишь, тупишь. Ядерная бомба. Ну, взрыв, улет. Что это такое вот? О, есть! Ядерная боеголовка! Не, ребята, ну